Вопрос из Европы. В статье написано, что Тора может быть ядом смерти, отдаляет от Творца. И говорится, что для тела Тора определяется как яд смерти. Что значит Тора — яд смерти? В той мере, в какой мы раскрываем, что Высший Свет, Он тот, что разбил кли, и Он, поскольку Он добрый и творящий добро, должен провести нас через все возможные системы, те и другие, так получается, что мы должны познавать Тору как Тору жизни, так и Тору смерти. И в связи, между взаимосвязью между этими двумя Торами, между двумя этими состояниями, да, Торы называется то, что раскрывается в кли, как свет, возвращающий к источнику, как состояние, которое исправляется. Это называется Торой. Да? То есть то, что учит человека, как перейти из плохого состояния в хорошее. Дальше Кольман. Тогда почему яд смерти? Что значит Тора? Яд смерти. Тора — яд смерти, потому что она учит нас тому, что мы находимся в желании получать, которое умертвляет нас. И в той мере, в какой мы понимаем это, так она становится эликсиром жизни.